Сегодня в Харькове день траура по погибшим в результате теракта. Накануне в центре города, где собиралась колонна для шествия в честь годовщины Майдана, произошел взрыв. Погибли 3 человека. Спецслужбы уже отчитались о том, что подозреваемые задержаны. Подробности у Александра Лукьянова. Взрыв, который прогремел в Харькове во время шествия активистов Майдана, имеет все признаки теракта, уже заявило руководство МВД Украины в Харьковской области. Возле Дворца спорта около 400 активистов и членов общественных движений с украинскими флагами проводили марш, посвященный годовщине Майдана. Они собирались пройти колонны до площади Свободы. И как только они начали движение, с левой стороны услышали взрыв. Некоторые очевидцы говорят о том, что взрывное устройство было спрятано в снегу и имело дистанционное управление. С этого, с той стороны, вот там взрыв был. Вот видите, где? Болтами начиненная была. По предварительной информации, 3 человека погибли и около 10 получили ранения. Известно имя одного из погибших. Это активист Майдана Игорь Толмачев. Об этом сообщают его соратники в социальных сетях, однако официальных подтверждений о гибели пока нет. Среди раненых 2 бойца батальона «Харьков-1», одна девушка, у которой была символика правого сектора, а также от взрыва пострадал милиционер. У него осколочное ранение в ногу. Организаторы марша не стали менять программу акции из-за взрыва и провели гражданскую панихиду по погибшим солдатам в зоне АТО. Взрыв в Харькове прогремел, несмотря на то, что глава украинской милиции Арсен Аваков уже несколько месяцев проводит так называемые зачистки, выявляя тех, кто хранит и изготавливает дома оружие. Так, в конце января была задержана группа оружейников, арестовано 5 человек. Собирали в кустарных условиях гранаты F1, патроны, самодельные взрывные устройства, то есть работала целая мастерская оружия. Я не исключаю, следствие это докажет, что эта группа принимала участие в ряде террористических актов. В это же время в Харькове была прекращена деятельность организации «Исход». Во время обыска милиционеры изъяли флаги Новороссии. Задержанный руководитель «Исхода» так, в выкладываемых в интернетах видеороликах, объяснял свои отношения к государственной символике. Абсолютно не наша вина, что некогда уважаемый нами желто-блакитный флаг Украины стал для многих из нас олицетворением смерти и крови. Виновники есть. И им власть олигархов. Когда в сентябре прошлого года в Харькове с красными флагами выходили на улицы коммунисты, их тоже атаковали. Вот так на них нападали молодчики с масками из правого сектора. А так, в апреле подверглись нападению уже активисты Евромайдана. Тогда пострадало около 50 человек. На кадрах, выложенных в интернет, видно, как женщина избивает на ступеньках метро раненого мужчину ногами. За это суд дал ей 1,5 года колонии, и сегодня уровень гражданского противостояния в Харькове стал взрывоопасным.